помощник автомобилиста, несущий смерть. Трагедия на Армавирском СТО. Кто вообще сегодня будет заниматься лесополосом? Чего мы ждем? Подстричь, причесать и найти хозяина. Лесополосы и пищевые элеваторы помогут обеспечить продовольственную безопасность страны. Одна внучка ждет, чтобы замуж выйти, чтобы бабушка не умерла. Организация свадеб не занимаются, а вот сердце починить – пожалуйста. Уникальную операцию без ножа провели кубанские врачи. Две стороны одной службы. Костюмы каких волшебников достают из гардероба? Грозные борцы за справедливость. У нас прикольного много. Новокубанский телепорт. В старом новом доме за мамонтами теперь присматривают бабы. Ест шашлык и заворачивается в обои. В Сочи на ПМЖ прибыл гигантский тунеядец и хулиган. Вы смотрите «Вечерние факты» на телеканале «Кубань-24». Здравствуйте, расскажу о самых важных событиях дня. И начинаем выпуск с трагедии в Армавире. Бездыханные тела двоих человек обнаружили в одном из автосервисов города. Мужчина и женщина отравились угарным газом. По предварительным данным, 54-летний мужчина приехал в гости к другу и решил остаться на ночь. Тот дал ему ключи от подсобки в своем СТО и предупредил, что отопления в помещении нет. Вернувшись на работу утром, владелец обнаружил тела товарища и его знакомой. Скорее всего, погибшие пытались обогреть комнату газовой горелкой. Назначена судмедэкспертиза. Следственный комитет края проводит проверку по факту гибели людей. А в Москве отравилась целая семья. За сутки бытовой газ стал причиной ЧП в 4 регионах страны. В Ижевске двое пострадавших, они в больнице. По данным удмуртских спасателей, газовая колонка в квартире, где едва не случилась трагедия, была неисправна. А в Волгограде отравились 5-летний ребенок и его отец. Причина та же. И именно из-за неисправной газовой колонки в больницу попали две школьницы из Нижнего Новгорода. Медики оказали им помощь и отправили домой. Специалисты напоминают всем, что необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования и контролировать исправность всех приборов. Ни атаки с земли, ни взрыва на борту не было. Такое заявление сегодня сделали эксперты, которые изучают фрагменты разбившегося в Черном море самолета Ту-154. Комиссия тщательно изучила части фюзеляжа, внутренние обшивки и элементы управления. Нигде не было найдено следов пороха. Таким образом, у версии о теракте нет даже косвенных подтверждений. Взрыв и ранее не рассматривали в качестве основной причины крушения. Главной версией трагедии остается ошибка экипажа. В начале недели в СМИ появилась информация, что второй пилот перепутал рычаги управления закрылками и шасси. Но в Минобороны сообщение тут же опровергли. Кроме того, в качестве приоритетных версий причины катастрофы – техническая неисправность и неправильное распределение груза на борту. Самолет Министерства обороны потерпел крушение 25 декабря в 5:40 утра. Он рухнул в море через 2 минуты после взлета с аэродрома Адлера. На борту было 92 человека – военные, артисты ансамбля «Александрова», руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка и 9 журналистов федеральных телеканалов. Все они погибли. В память о жертвах авиакатастрофы в Краснодаре пройдет концерт «Реквием». 2 февраля на сцене филармонии выступят лучшие кубанские коллективы. На очереди дорожный обзор. В Краснодаре сервис «Яндекс» в эти минуты фиксирует 6 баллов. Машин с каждой минутой все больше. Быстро не проехать. В районе Чистяковской рощи снизить скорость придется на Зиповской, 40-летие Победы и Колхозной. Непростая ситуация с проездом на Юнатов и Московской. Ну и теперь обратимся к камерам видеонаблюдения. На экране Ростовское шоссе. Тут серьезная пробка в сторону центра. Автомобили едут медленно, всего 3 километра. Провести в заторе придется как минимум 20 минут. В обратном направлении не быстрее. Перемещаемся на Северную. Перекресток с улицы Садового выглядит ничуть не лучше. Придется постоять на спидометрах в среднем 15 км в час. От Ломоносова до Тургенева удастся добраться примерно за полчаса. Не радует автомобилистов и красная. Как всегда, в этот час все полосы буквально забиты до отказа. В сторону Аврора Театральной площади скорость потока не больше 5 км в час. А значит, задержка в пути составит около 20 минут. Лучше построить альтернативный маршрут. По Дзержинского тоже затруднения. Стрелки спидометров едва преодолевают отметку в 20 км в час. Тем, кто спешит, в этом направлении ехать не стоит. Из-за остановок на светофорах потеряете около четверти часа.
Далее Тургенева и Стахановская. В сторону центра города образовалась многокилометровая пробка. Разогнаться точно не получится. 5 км в час – предельные показатели для этого участка. Теперь узнаем, что происходит этим вечером на дорогах Сочи. Перед нами дублер курортного проспекта. На этом отрезке простоев не предвидится, скорость приличная. В оба направления абсолютно свободно. Практически такая же ситуация на перекрестке Виноградной и Пирогова. Машин немного, затор не видно. Поток движется стабильно, больше 40 км в час. Перед нами перекресток Северной и Горького. Здесь быстро не проскочить, водители снижают скорость. Если есть возможность, лучше этот участок объехать. И вновь возвращаемся в краевую столицу. Самая длинная пробка была сегодня от Дзержинского до Рашпилевска. Ее протяженность составила почти 5 километров. На Кубани восстановят Белореченский лесопитомник. Он был заброшен на протяжении 10 лет. Такое поручение дал губернатор на краевом селекторном совещании. Одним из главных вопросов стало состояние лесополос в регионе. Кто должен за ними ухаживать и какое влияние леса оказывают на урожай? Все подробности в материале Александра Иванченко. Во время жатвы трактористы и комбайнеры, зимой санитары лесополосы. С бензопилой и газонокосилкой аграрии чистят зеленые насаждения вдоль посадки. Пешком проходят несколько километров. Любой фермер знает, чтобы урожай был хороший, за лесной полосой нужно ухаживать. В простом русском языке сказать, здесь был дремучий лес. Достаточно большие поросли, деревья все повалены. И вот здесь, где мы с вами сейчас находимся, справа, слева стояли два ряда аварийных деревьев, которые в непогоду падали. Большинство лесополос в Краснодарском крае закладывали еще в 50-60-х годах прошлого века. Предназначенные для защиты полей от воздушной эрозии, в последние десятилетия насаждения пришли в запустение и разрослись, захватывая все больше пахотных земель. Откладывать решение проблемы значит угрожать развитию сельскохозяйственных территорий региона. Лесополосы необходимо привести в порядок, заявил губернатор на краевом селекторном совещании. Сегодня они уже сыпятся, сегодня они уже умирают. Кто вообще сегодня будет заниматься лесополосом? Чего мы ждем? Лесополос – это основа сегодня нашего земледелия. Каким можно сделать так, чтобы они были закреплены за конкретными владельцами или арендаторами земли, и они отвечали за состояние лесополос? Сейчас они разграничены. Не разграничены. И так могут быть в том числе и на землях. А когда вы разберетесь, Сергей Павлович? Вениамин Иванович, вот в этом году... Слушайте, да вы выйдете в поле из города, понимаете, в степь, посмотрите, что происходит с лесополосом. Дайте мне четкий алгоритм, в течение месяца, что делать с лесополосом. В краевом ведении сейчас находится почти 77 тысяч гектаров лесополос. Всего в регионе их 125 тысяч гектаров. Но даже если за каждой территорией будет собственник или арендатор, для восстановления защитной зелени нужны саженцы деревьев и кустарников. Вениамин Кондратьев предложил возродить Белореченский лесопитомник, который был заброшен 10 лет. Это единственное производство в крае, занимающееся выращиванием посадочного материала для леса. Станица Копанская, так называемый пищевой элеватор, еще одна из приоритетных задач по развитию сельского хозяйства на Кубани. Будь то огородником, выращивающим в свободное время на участке картофель, или фермер с полями, тут всегда готовы купить овощи и фрукты. В этом году было принято более 100 тонн только от населения. Чеснок, картофель, морковь, лук, свекла, весь, все плодово-овощное направление, яблоки приносили. Основная цель, конечно, привлечь ЛПХ, население, для работы в огородах. Продуктами, купленными у фермеров, обеспечивают детские сады и больницу района. Пищевые элеваторы гарантируют аграриям сбыт продукции, тем самым дают возможность увеличивать объемы производства. Работают подобные комплексы на основе сельхозкооперативов. Однако почти за два года, когда об этом начали говорить, в крае появились всего три логистических центра. В Ейском, Брюховецком и Кореновском районах, что для аграрного региона явно недостаточно. Сегодня создана программа развития кооперации. Туда заложены средства порядка 300 миллионов рублей. По этой модели в 2017 году мы будем развивать кооперативное движение с учетом строительства новых логистических центров или овощехранилищ. Конечно, но мы уже полтора года к ним развиваем. Но когда можно сказать, что мы развили? Сегодня мне очень важно, чтобы любая переработка была загружена на основе местной сырьевой базы. Мы же говорим о том, что сегодня рынок сбыта, в первую очередь, мы отдаем нашим селянам. Так отдайте им эту возможность. Ну, чтобы я ни от кого не слышал, я еще хочу ни от фермеров, ни от личных подсобных хозяйств, том, что они не могут сдать свою продукцию на ближайший какой-то перерабатывающий комбинат. Если я это услышу, там, когда мы поедем, то кадровые выводы будете делать полностью или сами уже их сделаете.
Затягиваются сроки в строительстве промышленных парков. Площадки с необходимой инфраструктурой, где разместятся производственные комплексы, появятся в Усть-Лабинске, Тимашевске, Станице Павловской и Краснодаре. Губернатор напомнил, задержки недопустимы. В данный момент ведется уже строительство подстанции на восточной промзоне, ведет федеральный... Когда мы запустим промпарк? До конца 2017 года мы планируем, что... В этом году? В том году планировали? Строительство инфраструктуры сейчас идет. Еще годами ее настроить? Ждем изменения в законодательстве. На ближайшую сессию оно будет выяснено. По предоставлению управляющим компаниям земель без торгов. Далее, соответственно, корпорация развития будет предоставлять эти земли в соответствующих промпарках потенциальным резидентам. Вот туда можно заводить инвестора и все. Кто мешает? Сегодня заводить. И пусть тоже параллельно строят. Объем привлеченных инвестиций должен быть не ниже, чем на уровне прошлого года. С потенциальными резидентами промышленных парков уже заключили 11 соглашений. Чтобы улучшить инвестиционный климат в крае, Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос с естественными монополиями, которые часто завышают стоимость подключения к электрическим сетям и водоснабжения, что заставляет крупный бизнес уходить в другие регионы. Александр Иванченко, Мария Крошная, Мария Хашобина, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. А вот о том, как в крае себя чувствуют аграрные предприятия, сегодня поговорят гости в студии ток-шоу «Через край». Мелкие фермеры заявляют о чистоте и качестве своей продукции, но жалуются на высокую конкуренцию. Кто эффективнее в сельском хозяйстве, крупный или малый бизнес? Что важнее для потребителя, наличие ассортимента на прилавке или качество товара? На эти вопросы ответят гости в прямом эфире программы «Через край». Смотрите сразу после фактов. Год экологии. В Краснодаре начнутся общественно полезные акции. 20 января горожане смогут сдать так называемые опасные отходы в специально организованные пункты приема. Адреса сейчас на экранах. На этих улицах с 10 утра до 3 дня будут стоять спецмашины. Там бесплатно примут старые батарейки, ртутные лампы, термометры, сломанные электроприборы, покрышки и даже просроченные лекарства. Позже мусор утилизируют по всем правилам или отправят на вторичную переработку. Цель акции – напомнить краснодарцам выбрасывать предметы из категории «опасные отходы» в мусорные баки нельзя. В противном случае они попадут на полигоны и окажут вредное воздействие на окружающую среду. К примеру, обычная пальчиковая батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли. Глава Адыгеи уходит в отставку. Прошение Аслана Тхакушинова оставить пост руководителя республики одобрил президент России. За укрепление дружбы народов Адыгеи и Кубани экс-главу поблагодарил Вениамин Кондратьев. В адрес Аслана Тхакушинова губернатор края направил телеграмму. Вы всегда выступали за укрепление наших связей во всех сферах, сохранение наших общих традиций и ценностей, за то, чтобы люди, живущие на разных берегах реки Кубань, чувствовали себя не просто соседями, а одной большой семьей. Вы всей душой болеете за будущее республики, хотите видеть ее процветающей и сильной. Уверен, вы сможете еще многое сделать для своего региона, а инициированные вами проекты обязательно воплотятся в жизнь и будут способствовать дальнейшему развитию Адыгеи. На пост главы Адыгеи Владимир Путин поддержал кандидатуру Мурата Кумпилова. Сейчас он занимает должность председателя парламента Адыгеи. Сменщик Тхакушинова поблагодарил президента за оказанное доверие и пообещал продолжить политический курс республиканских властей. Движемся далее. В каждой кубанской школе должен постоянно дежурить врач, а все медкабинеты в учебных заведениях пройти лицензирование. Такую задачу поставила сегодня вице-губернатор Анна Минькова перед руководителями соцслужб края. Какие еще вопросы предстоит решать в новом году в социальной сфере, расскажет Элина Касабова. Первое совещание в новом году – это и подведение итогов, и утверждение планов на следующие 12 месяцев. В зале руководители профильных министерств и ведомств, на видеосвязи замглав по социальным вопросам, руководители медучреждений муниципалитетов. Вице-губернатор Анна Минькова сразу отмечает, работать в этом году предстоит не меньше, чем в прошлом. В числе главных задач – строительство школ, детских садов, поликлиник. И первый вопрос касается одновременно и образования, и здравоохранения. Это наличие и состояние медицинских кабинетов в школах и их лицензирование. Каждая медкомната должна иметь разрешение на вакцинацию и медосмотр. Пока только 8 муниципалитетов с этой задачей справились. Каждый четвертый медкабинет просто не соответствует элементарным санитарным нормам. Там нет либо горячей воды, либо недостаточное освещение, нет отдельных процедурных или прививочных кабинетов. Врач в школе должен быть постоянно, потому что у нас возникают маленькие ЧП регулярно.
и дети нуждаются в медицинской помощи. Только в 70% школьных медкабинетах врачи находятся постоянно, в других приходят из поликлиник. А в некоторых районах, таких как Абинский, Красноармейский, Туапсинский и Успенский, врачебные комнаты просто отсутствуют. Отсутствие медицинского работника в школе, в которой обучается даже 200 детей, даже та численность, не говоря о многочисленных школах, ну, может закончиться и чревато очень серьезными последствиями для сохранения жизни и здоровья наших детей. Установленный график почасовой в течение нескольких дней, ну, не дает права нашему врачу, очень нагруженному на участке, в школе не появляться. Отдельно на совещании говорили об уровне рождаемости, в том числе за счет снижения числа абортов. В прошлом году искусственное прерывание беременности сократилось на 8% по сравнению с 2015. Но все равно проблема существует. Как отметила Анна Минькова, с будущими мамами надо проводить разъяснительную работу, рассказывать им о мерах соцподдержки. Например, в Краснодарском крае за рождение третьего ребенка выплачивают региональный маткапитал в размере 100 тысяч рублей, плюс ежемесячная денежная поддержка. Я все понимаю, вопрос щепетильный. Сложный вопрос. Тем не менее, мы должны этим с вами заниматься. И все разговоры о том, что невозможно этим заниматься, неправда. Это всего лишь общие слова, и это слова для того, чтобы оправдать собственное бездействие. Демографическая задача – важнейшая российская задача. Это значит, что это задача каждого из вас лично. В конечном итоге все начинается оттуда, с маленьких районов, с ваших поселений. Приоритетным направлением в этом году в работе соцблока станет трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в крае более 135 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, и только треть из них работает. Поэтому до конца года необходимо обеспечить местами около 40 тысяч человек. Елена Касабова, Артем Лучко, Кубань-24, Краснодар. Пенсионный возраст в 2017 году повышать не будут. Об этом сегодня заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По действующему законодательству, напомню, мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55. Но все-таки есть категория граждан, для которых теперь заслуженный отдых наступит позже. Подробности у моего коллеги Артем Васенко. Артем, здравствуй. Добрый вечер, Вероника. Да, действительно, начиная с этого года повысят пенсионный возраст только федеральным государственным служащим на 6 месяцев. И еще полгода добавят в 2018. В итоге на пенсию чиновники мужчины будут выходить в 65 лет, женщины в 63. А сейчас к другим новостям страны и мира. В Чеченской республике продолжаются поиски боевика, которому накануне удалось скрыться во время масштабной спецоперации. Он входил в состав бандгруппы, имевшей тесные связи с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ. Накануне вечером в разных населенных пунктах Корчелоевского района уничтожили 4 экстремистов, одного задержали. При этом погибли 2 военнослужащих Росгвардии. Один прикрыл с собой командира и скончался на месте, другой умер от ранения в больнице. Их представят к наградам. Действиями силовиков руководил глава региона Рамзан Кадыров. Он сообщил, что раскрытая группировка готовилась одновременно совершить множество преступлений. У бандитов изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки. Всего за последние 2 суток были задержаны несколько десятков боевиков и их пособников. В Петропавловске-Камчатском скорая опоздала к умирающему пациенту из-за неадекватного автовладельца. Женщина за рулем иномарки не дала врачам подъехать к нужному дому, а у молодого человека, которому и вызывали медиков, остановилось сердце. Ему был 21 год. На станции скорой помощи уверяют, машина до места добралась быстро, но драгоценные минуты ушли на перепалку. Владелица иномарки не реагировала ни на включенные проблесковые маячки, ни на просьбу освободить дорогу. А ее пассажир и вовсе начал угрожать медикам. Дорогу уступи, там больной лежит. Вот возьми туда и заедь, пока ГАИ не вызвали. Убирай машину, тебе сказали. Они были на месте через 13 минут, но они могли бы быть на месте через 3 минуты, когда, простите, у человека был просто шанс. Я не могу сказать, спасли бы мы его или нет, по ситуации. Врачи рассказали, что мужчина вел себя неадекватно, агрессивно и даже запрыгнул на капот. Бригаде скорой пришлось вызвать ДПС, но к приезду патрульных нарушители уже скрылись. Водитель реанимобиля написал заявление в полицию. Сейчас расследованием занимается прокуратура. Громкое дело о похищении ребенка из роддома в Подмосковье раскрыто. 2,5 года полицейские волонтеры искали малыша по всему столичному региону. От новорожденного Матвея отказалась страдающая алкоголизмом мать, а вскоре
школе. После этого он исчез из больницы. И вот только сейчас удалось выяснить, что мальчика похитила совершенно посторонняя женщина. По одной из версий, она потеряла своего ребенка, но в роддоме прихватила чужого. Интересно, что муж похитительницы даже не догадывался, что малыш не родной. А как удалось найти эту женщину? Все раскрылось, когда она оформляла льготы на мальчика, и выяснилось, что свидетельство о рождении поддельное. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы, но за нее уже вступились и соседи, и интернет-пользователи. Мол, раз ребенка растили в любви, заботились о нем, то зачем его забирать? Оказывается, и укладка асфальта может завораживать. В интернете набирает популярность видео, снятое с беспилотника в Западной Австралии. Уже более 14 миллионов пользователей полюбовались на то, как быстро и мастерски рабочие стелят дорожное полотно. В сообществе, опубликовавшем ролик, говорится, что на укладку 5 километров потребовалось всего 2 дня, а затраты на проект составили 443 тысячи долларов. Кстати, ответственные за ремонт дороги не ожидали, что видео обретет такую популярность. И в завершении расскажу, как в Германии едва не случилась железнодорожная катастрофа из-за снежной бабы. Мало того, она же привела к убыткам несколько тысяч евро. Артем заинтриговал. Рассказывай подробности. Полутораметровую фигуру из снега слепили трое неизвестных пока шутников и поставили на рельсы. Вот и представь реакцию машиниста, перед которым неожиданно появился силуэт человека. Он, конечно же, испугался и применил экстренное торможение. К счастью, состав был грузовым, а не пассажирским. В результате серьезно пострадала только тормозная система поезда. Ее ремонт оценивается в 5000 евро. Хулиганов сейчас ищет полиция. Операция на сердце без ножа. Трем пациентам краевой клинической больницы сегодня восстановили работу центрального органа с помощью имплантата нового поколения. Краснодарские хирурги первые в Южном федеральном округе провели операцию с использованием модернизированных клапанов на сердце под присмотром опытного британского кардиохирурга. Как все прошло, знает моя коллега Вероника Стороженко. Бригада лучших рентген-хирургов края волнуется не меньше пациентов. Операция серьезная, но в ней задействовано минимум инструментов. Врачам необходимо заменить сердечный клапан на искусственный. При этом не сделать ни одного разреза на грудной клетке больного. Операцию проводят при помощи катетера. Медицинскую трубку вставляют в любой крупный сосуд пациента и отправляют по аорте к сердцу. На рентген-установках врачи отслеживают путь имплантата. Технология не нова, в отличие от самого клапана. Модернизированный имплантат в металлическом каркасе уникальный. Диаметром почти в 30 мм способен сжаться в 10 раз. Данная конструкция позволяет клапану репозиционироваться. То есть если мы его имплантировали, увидели, что он стоит не оптимально, мы можем поменять позицию и снова его вывести, что создает в первую очередь безопасность для пациента. Искусственный клапан не требует удаления родного, а пациент может встать с койки уже спустя 2 часа после операции. Через сутки его выписывают из больницы. Единственное, прооперировать таким способом могут не каждого. Есть определенные требования. Медики учитывают физиологические особенности человека. К примеру, такие детали, как диаметр аорты, ее угол и другие. В список счастливчиков сегодня попали 3 человека из Краснодара, Сочи и Гулькевичского района. Я даже не ожидала этого, не ожидала. Я на высоте, не могу выразить словами. Вот тут восторженность. Есть у меня 2 внучки. Одна внучка ждет, чтобы замуж выйти, чтобы бабушка не умерла. Каждая из 3 операций длилась не больше часа. За действиями кубанских медиков наблюдал один из лучших кардиохирургов Европы – Ян Ковач. Перфектно. Я комментировал больше, как советовал. Они работали очень хорошо, очень быстро. Я не думаю, когда так быстро процедура, когда врачи работали первый раз, прошла. Результат отличный. Операции на сердце через катетер особенно актуальны для людей пожилого возраста, кому противопоказаны открытые. В России замену сердечного клапана с использованием американских имплантатов стали проводить в прошлом году. Краснодар уже 5-й город, где ввели новую практику. И весьма успешно. Вероника Стороженко, Михаил Власенко, Кубань-24, Краснодар. Заступили на круглосуточное дежурство. В Должанское сформировали аварийно-спасательный отряд. Крупная станица нуждалась в такой группе профессионалов немедленного реагирования. До города, где размещены основные экстренные службы, более 40 километров. Особенно остро нехватку спасателей ощущали летом. В курортный сезон 7-тысячное население Должанска увеличивается в разы.
Летом будет выставлен дополнительный пост, и совместно с силами поисково-спасательного отряда МЧС России будет производиться патрулирование непосредственно спасания терпящих бедствия людей. 18 спасателей прошли обучение в Краснодарском учебно-методическом центре. На оснащение отряда потратили более 10 миллионов рублей. Для сотрудников построили комнату отдыха, столовую, душевые и даже спортивную площадку. А также закупили необходимую технику – автомобили, лодку, катер, спецодежду, защитные каски и мощные инструменты. При деблокировке плит, распиливать плиты – при завалах. И еще используется чаще всего это при вскрытии дверей. В случае возникновения ЧС отряд может выехать в любую точку района. Почти три века на службе. Сегодня российская прокуратура отмечает 295-й день рождения. Появилось ведомство в 18 веке после указа Петра Великого. Какие функции были возложены на первую прокуратуру в стране, знает моя коллега Нина Радченко. Она сейчас со мной в студии. Нин, привет, рассказывай. Привет, Вероника. Прокуратура того времени в первую очередь следила за законностью деятельности хозяйственных учреждений, например, торгового дома, общественных и частных организаций. Также могла наблюдать за допросами и раскрытием преступлений. Еще следили за тем, как содержатся заключенные под стражей. А с тех пор что-нибудь поменялось? Да, мир не стоит на месте, и прокуратура идет в ногу со временем. Сейчас они уже следят за экономикой и экологической безопасностью. А вот такая функция, как предупреждение преступных проявлений, что это означает? Это как? Предупреждение преступлений. Ну, это когда прокурор видит, что закон вот-вот будет нарушен и может это пресечь. А часто к работникам ведомства обращаются с вопросами, которые, ну, они не обязаны по долгу службы решать. И именно о такой истории я и расскажу в сюжете. В каждой папке судьба человека, а их через руки помощника прокурора Светланы Монаховой за один день проходят десятки. Проблемы с земельными участками, социальными выплатами, начислением налогом, по любым вопросам все идут к ней. Откуда на все сил хватает, сама не знает, только говорит, что с детства заметила в себе любовь к людям и жажду справедливости. Самое сложное на сегодняшний день – это, наверное, успеть все в срок. Это одна из сложнейших задач, потому что провести качественный анализ для этого требуется время, вопросов, требующих качественного анализа, несметное количество. Вот самое сложное, по-видимому, это нехватка времени. Однажды в дверь постучалась молодая семья. Светлана по глазам поняла, у людей горе. Они пришли с простым вопросом, но разговорившись, признались, их полуторагодовалая дочь серьезно больна. Злокачественная опухоль поразила печень, легкий и левый яичник. Маше на тот момент уже 8 раз провели химиотерапию, но болезнь была на шаг впереди. Спасти маленькую жизнь помогла бы пересадка костного мозга. Направление на операцию в Санкт-Петербург у родителей было, но денег даже на билеты не хватало. Первое желание Светланы было помочь. С коллегами пообщалась, говорю, ребят, давайте попробуем как-то собрать. Все наши сотрудники откликнулись, все сдали деньги, начали, ну, кто сколько смог. Потом, значит, об этой истории, что мы собираем деньги на ребенка, узнали другие. И люди стали звонить и говорить, вы там на девочку собираете, давайте мы тоже примем участие. А еще подали объявление в газету, и нужную сумму собрали в кратчайшие сроки. И маленькую Машу отправили на лечение. Мама девочки говорит, что Светлана их ангел-хранитель. Пока лежали в больнице, она звонила каждый день и узнавала новости. Теперь частенько приезжает в гости. Если мне она не знает. Никаких ограничений, только вот регулярно мы обследуемся, проверяем. А так никаких, на обычный ребенок, как и все. Маше уже 4 года. После химиотерапии отросли кудрявые волосы. Она здорова и собирается стать врачом, когда вырастет. А Светлана говорит, за 35 лет работы в прокуратуре для нее это дело, которое не лежало в ворохе папок на столе, стало самым важным. Нина Радченко, Евгений Береснев, Кубань-24, Лабинский район. Нина, часто работникам прокуратуры приходится помогать людям в решении таких вопросов, которые фактически не связаны с деятельностью прокуратуры, с их компетенцией? Да, мне кажется, у работников силовых структур помощь людям, что называется, в крови. И я сейчас говорю не только о прокурорах, а в принципе о работниках, которые обеспечивают деятельность всю ведомства. Например, во время работы над сюжетом я познакомилась с водителем, который спас из огня женщину с ребенком. Нин, спасибо. Такси для пенсионеров. В Кореновске местные жители устроили акцию под названием «Спасибо», потому что за поездку от пожилых людей не требовали ничего, кроме благодарности. Автомобили участников дежурили возле центральной районной больницы.
Молодые депутаты и просто неравнодушные активисты, которые приехали сегодня этим утром сюда, помогают пенсионерам добраться до дома, отвозят их домой на личном автотранспорте абсолютно бесплатно. Правда, на приглашение прокатиться бесплатно многие реагировали с недоверием, принимали участников акции за грабителей, мошенников и боялись сесть в авто. Но большинство с удовольствием приняли помощь. Любая акция благотворительная – это всегда прекрасно. И очень здорово, что я под нее попала. Мне не очень-то желательно находиться на улице, потому что у меня воспаление. И я очень рада, что меня подвезут. Бесплатные такси развозили пенсионеров в Кореновский уже не в первый раз. Организаторы планируют сделать акцию традиционно и, что немаловажно, узнаваемой. Главные цвета 2017 года назвал Институт Пантон. Это всемирно известный исследовательский центр, на мнение которого опираются дизайнеры, маркетологи, производители ткани, а также ювелирных изделий. Так, главным цветом года назван насыщенный синий. Также популярны будут дымчато-серый, алый, ну и, конечно же, многогранный зеленый. В Краснодаре все самые модные и стильные оттенки можно найти в ювелирных украшениях на витринах изумруда. Новогодний ажиотаж спал, но выбор у нас по-прежнему очень хороший. Сдержанные и лаконичные изделия с натуральными яркими камнями, золотые украшения с фианитами и бриллиантами, а также украшения стильные и демократичные в серебре. Любое изделие можно приобрести со скидкой в 65%. Как отмечают дизайнеры, в этом году будут популярны длинные серьги и кольца с драгоценными камнями. В магазине есть большой выбор дизайнерских подвесок и кулонов. Есть изделия и из редкого черного янтаря. Первым делом я ориентируюсь на свое желание. В дальнейшем, ну, конечно, цена, безусловно. Хочется что-то оригинального. Колечко мне понравилось. Здесь достаточно большой выбор, конечно. Выбор украшений огромные – кольца, серьги, цепи, броши и браслеты. Возможность приобрести качественные ювелирные украшения за треть стоимости уже оценили сотни краснодарцев. Посуда 5 века до нашей эры и останки мамонтов – редкие экспонаты. Снова можно увидеть в Новокубанском краеведческом музее. Он открыл двери для посетителей после ремонта. Здание и само ничуть не уступает по исторической ценности выставленным вещам. Дом построен в начале 20 века и является памятником архитектуры. Его внутренний ремонт обошелся в 1 000 000 рублей. Сейчас в Новокубанском музее хранится больше 8 000 экспонатов. Многие принесли сами жители района. У нас прикольного много. Это половецкая баба, статуя, которую вы видите на экранах. И те предметы, которые представлены у нас в первом стеллаже. Это кости южных мамонтов и слонов, окаменевшие останки костей. Название «баба» происходит от тюркского «балбал», что означает «пращур». Новокубанская статуя олицетворяет воина, на нем даже видны очертания кольчуги. Такие каменные изваяния в древности устанавливали на курганах, куда приходили поклониться перед битвой. Сейчас в планах музея увеличить число экспозиций, создать казачий уголок и комнату мастеров, где выставят поделки местных жителей, подаренные музеем. Операция «Ы» развернулась в центре Сочи. На стене одного из зданий появился кадр из фильма «Приключения Шурика». Студента и хулигана Федора нарисовали белорусские стрит-арт-художники. Ян Кузьмин и Глеб Каштанов приехали в Россию с проектом «Знай наших». Они расписывают фасады реалистичными портретами. Герои – знаменитые люди стран СНГ. С помощью баллончиков райтеры уже создали изображения Михаила Боярского, Казимира Малевича, Владимира Высоцкого и других. Идея нарисовать самых знаменитых персонажей Александра Демьяненко и Алексея Смирнова пришла неспроста. У нас в Беларуси был принят закон, это декрет о тунеядстве, безработице, и это вызвало такие бурные обсуждения среди людей. Незадолго до нашего приезда в Сочи мы узнали, что этот закон на рассмотрении уже в Российской Федерации. Вынашивали долго идею эскиза, подходящее место искали, подходящую погоду. Здесь все сошлось. И место нашли, и погода позволила, и персонажей подобрали именно таких, которые говорят как раз-таки об этой проблеме.
Возможно, это не последняя сочинская работа райтеров. Они уже осмотрели город и нашли достаточно интересных стен для искусства.